Этот мост называется дом. Он похож на здание. Вот этот мост называется мост через здание. Похожий. Опоры это горы, а вот это посередине это мост. Этот мост называется верблюд. А это вы догадаетесь, потому что лежит табличка. А вот этот мост называется двойной, потому что он как бы из двойной чаши делает чудесные дорожки. Если для людей и пешеходные, то они вправляются в эту ямку и в воду падают, а машина крится туда и все, и авария. А поезд идет только по рейсам, поэтому для поездов он как раз пригодится. Этот мост называется буква Т. Он только пешеходный. Ни одна машина по лестнице не поднимется, не спустится. И поезд тоже.